вот там мы находили канину, а сейчас пойдем посмотрим место, где был раньше брод, да. Где брод был через речку, поедем туда. Так, ребятки, что-то Мишка нашел. Идем смотреть. А показывай на Мишка находку свою. Это моя добыча. Шерхан. Сейчас, ребят, посмотрим, что тут я нарыл. Давай, уже раскопал уже все. Вот смотрите, извращенец какой. А нет бы пинпоинтером проверить, достал он или нет. Нет, он весь комок раздерет в лохмотья. Так нет, так ты проверь. Да, я тебе скажу, где она. Вот тут. Угу. Ну-ка, раскинь. Давай. Здесь. Вот прям, видишь, где вожу? Вижу. Не, это вроде не царица была, потому что это самое. Нет, ближе сюда, на меня. И туда вот, в левой руке, вот, да. О. Так ты ковыряй этим пинпоинтером, Миш. Ну, что ты делаешь-то? Прям его им отковыривай, потихоньку снимай. Господи. О, Миша, поиск это... Царица полей, ребята. Что, водочная? Да. Я потеряла. Потеряла. Очки потеряла. Я очки потеряла. Потеряла я очки. Дед, очки, я очки потеряла. Я потерялась, а я. А? А мы же здесь ходили. Я думал, место до перехода. А, сверху по. Да. Ну, чтобы в реку не было. А я ему говорю, давай по плану. А он говорит, давай. Только сначала не по плану будем делать. А по плану будем делать потом, когда стемнеет. Мишка, хаос. Непредсказуемый. Непредсказуемый ты, медведь. Могла. А берега у лужи крутые! Ой, блин! Ужас какой! Щука-то есть, нет? Щука, 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 щука! Щука такая! Как плесканет, да? Ищем выход на тот берег, нам нужно. Очень крутые берега. Как-то эпичностью никакой не пахнет. Все без проблем. Все как-то очень необычно получилось. Да. Ну вот, ребятки, нашел вот такую петлю. Старенькая. От ворот. Или от дверей. Нифига тут, ребят, нету пока что. Будем искать дальше. У нас маршрут длинный, на несколько дней рассчитан. И надо двигаться, 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 потому что не успеем мы нифига. А надо успеть. Трава растет, посмотрите, как прет. Зараза такая. Вот она пошла туда, правильно.
прям все для перелома. Да, Мишка? Как обычно, пошел в обход. Не хочет он, ребята, буриться, рубиться. Мишка хочет быстро и просто. Не могу ему возразить, он же главный. Конечно. Я-то бы сейчас, я бы сейчас намесил тут. Ну что, ребят, Мишка нашел советинку. 43-го года, 20 копеек. Ничего интересного, конечно, но тем не менее, нашел же. А я заряд картечи только нашел. Кучно прошел? Да, кучно. Кучно нашел. 4 штуки нашел. Народ, смотрите, какую я фиговину нашел. Во, килограмм 10 весит. И красная. От лопаты стирается. Что это такое? Я не знаю. Ладно, оставлю тут. Слежу. Ну, это ж хорошо. Вот Мишкины следы, ребят. Да. Тут лось мычал, кстати. Ты не слышал? Нет. Зря, а. Он тебя спрашивал. Мишаня, говорит, дома. Я говорю, не, нету. Найду, убью, говорит. Так сказал прям. Да, Мишкин след. Стесняюсь спросить, кто это навалил. Правильно. Ведмедь. Вон и следы его. Надо отсюда валить. Не люблю я медведей весной. Никак вот не люблю. Зелеными кокулями. Вот такую. Вот такую копешку. Вот прям. Иди вон, видишь, бревно там лежит. Возле него там где-то. Там зайчик какашки, вон рядом насрал, и следы оставил. Пробка, сволочь! Все, поехали отсюда. Зачем? А что, вот тут поднимемся? Да, вот так, понял, говори. Кто тут бобров жалел? А эти деревья кто будет жалеть? А?
Вот так вот. Бобры сожрали деревья все. Может сюда? Вон, вон берег. А, вдруг там завал такой же. Кашалаточка хочешь? Да, да. Кубинку отпуди. Не хочешь, как хочешь. Ну что, Мишка? Значит, с конев здесь слазили. А когда с конев слазят, из карманов теряют все. Из карманов. Ну что, ребята, и тут ничего нету. Мишка вон грустный. Ну ладно, мы же ищем, у нас разведка. У нас разведка. Разведка по неразведанным местам ранее. Мы идем без карт. Ну, в плане того, что мы не ищем места какие-то, которые общеизвестны на картах есть. Нам это неинтересно. Мы ищем что-нибудь свое. Может, ничего не найдем, а может и найдем. Нет, на болоте
такой выворотник. Смотрите. Высотой звездеход. Такой вот. Можно всю корневую систему посмотреть. Она сложна и разветвлённа. Надо ехать дальше. Силы нас покидают, посему надо пожратушки. Да, Мишаня? Да, ребят, движуха у нас нехилая такая получается. Какие дебри забрались. Все-таки стараемся по воде не идти. Божья тварь! Смотри, он дрожит, шипит весь. Ой. Смотри, смотри. Ёжик! Давай. А ёжики в плохих местах не водятся. Ёжик, покажи лицо. Ёжик залез в кокон. Сейчас он раскроется. О, я знаю, как его раскрыть. Не, в воду не надо кидать его. А? Нужно кидать его в воду. Не, вкуснятку ему надо подсунуть, и он сразу раскроется. Да? Да. Ну, давай сырик ему дадим. У нас нету. А есть что-нибудь вкусненькое? О, давай. Он учует вкусный хлебушкой раскроется. О, печеньки. Давай. Накормим ежа печенькой. Ну вкусно же, ешь. На, ешь. Да ты не ты чему. Как? Он по запаху должен открыться. Видишь? Горизонт не вали. Он спит. Уснул, да? Да. Ну положи ему печеньку. Положи. Кушай на здоровье. Смотри, да. Не подави, да? Не будь подавленным ежом. Да. Так, ежик, не задавить. Бежим. Ладно, ежик, ты печеньку заработал. Все, ежик, спасибо тебе от подписчиков, от всех, что ты нам попозировал. Хотя мог бы Мосю и показать. Ну, поехали. Кашу разогревать. Ну что, ребят? Мишка копает, я там поставил вон консервы на вибасту разогреваться. Пойду тоже копать. Мишка говорит, тут металлических сигналов какофония просто.
А это, ребятки, пахнет чем-то царем, не меньше. Я знаешь, что нашел? Ой, смотри, что нашел. Черная икра. Да? Ура, я нашел банку черной икры. А я нашел жопку от батарейки круглой. Не знаю, ребят, что за фигня такая. Скорее всего, жопа от батарейки, правда. Ладно, не берем. Но сигналы есть. И можно покопаться, пока разогревается еда. О! Я маникался. Красавчик. Че там? 2 копейки. Советы. Молодец. Ну да, советская помойка тут еще та, конечно. Так, ребятки. Что у нас тут получается? Получается у нас тут... Опа! Горячий борщ. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. У нас получается очень горячий борщ. Ох-ох-ох. Шапиток. Шапиток, ребят. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Очень горячий борщец получается. Будем кушать. Аж что-то голова кружится начинает. Потому что уже 4 часа, а мы еще только завтракали. О-о-о, спаси дерево, бобра. На мясо. На мясо. Ну что, защитники бобров, смотрите, что творят. Вот так вот. А дерево росло, блин, фиг знает сколько, лет 50, наверное. Да, Миша? Кислород делало. Да. Тут пришел бобер и сожрал его. Да. Поехали-ка здесь, пожалуйста. Ой, сколько бересту. Бобры. Смотри, разбери щелу. Блин, ты че? Ребят, в этом году у Мишки аллергия, у меня нету. Лепота. Голяк Михаил Юрьевич, надо ехать дальше. Надо не терять времени. Пошли, пошли, пошли. Нету ничего, видишь? Ну что, ребят, мы сорвались дальше. Поехали. Ничего нету тут. Тут вообще пусто. Дерево. Опасно так. Докусают, наверное, скоро. А вот интересно. Вот еще одна полянка интересная. Можно быстренько, да, мы сейчас ее. Спасибо, что ты досмотрел наше видео до конца. Если понравилось, ставь лайк. Также мы хотели бы тебе порекомендовать следующие ролики. Вот это для тебя подобрал YouTube. Вот это наш самый последний новый ролик. И вот это мы рекомендовали бы тебе посмотреть сами. Если ты еще не подписан, обязательно подпишись вот здесь, нажми на кружок. Спасибо. Пока.